Плановые отключения электроэнергии в республике продлятся до конца февраля этого года. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель Минэнерго Дагестана Марат Шахалиев. Сейчас в нашем регионе ведется масштабный ремонт энергооборудования. Уже на 26 центрах питания региона увеличена трансформаторная мощность более чем на 160 мегавольт-ампер. Заменено около 2500 опор ЛЭП и 113 трансформаторных подстанций. Мы оценили реалии, в которых мы находимся, и не стали от них отворачиваться. Они нам очень не понравились. Мы не стали от них отворачиваться, засучили рукава, разработали среднесрочную, долгосрочную и краткосрочную, я об этом говорил, по уровням, по приоритетам мероприятия. И требуем от ресурсоснабжающей организации, когда добились уже источника финансирования, требуем неукоснительного исполнения. До конца февраля на базе компании филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» «Дагэнерго» будет сформирован колл-центр по работе с обращениями граждан. Это позволит оперативно отвечать на их вопросы, а также объективно и достоверно доносить информацию по аварийным и плановым отключениям.